Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня покажу и немножко расскажу о Роберте Доде. Британский живописец морского жанра, гравер. Известен своими работами эпохи французских революционных войн 1792-1802 года. Родился в семье Александра Дода. Было два брата у него. А Роберт Дод женился на Марии Фултон 1748 года рождения, 1 ноября 1772 года. Я пользуюсь переведенной Википедией. Данных не так много, но то, что есть, то есть, как говорится. Начал свою карьеру как художник-пейзажист, но после получения определенного признания в этой области, в области написания пейзажа, в основном специализируется на морских сценах, изображении кораблей, сражений. Живя в одном из районов Лондона, у Роберта было много материала для написания своих полотен. Это корабли, доки, пристани, а большая часть его работ включает в себя сцены реки Темза, сцены на военно-морской верфи. Другие темы его работ включают сражения, действия во время французских революционных войн и американских войн за независимость. Действительно хороший, ну, как мне кажется, маринист, просто его и даже и не знал, ты когда-нибудь узнаешь. Хотя большая часть его работ была впоследствии выгравирована другими художниками, Роберт Дод также гравировал, публиковал более 100 своих собственных работ. Он использовал световые эффекты, в частности контрасты между лучами солнца и темными облаками или огонь с дымом в сражении. Они передают драму и драматичность морских баталий. Роберт Дод сделал большой вклад в историческую летопись, которая является его главным наследием. Выставлялся в Обществе художников в 1780 году в Society of Artists и в Королевской академии, Royal Academy Великобритании в 1782 году, продолжая демонстрировать там регулярно свои полотна до 1809 года. Его работы находятся в Австралии, Англии и Америке. Умер в начале 1815 года. Был похоронен 20 февраля в церковном приходе святого Данстана и всех святых. Ну, вот и все вкратце о Роберте Доде, британском живописце морского жанра и гравюре. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим его работы, красивые работы. Пока-пока, до свидания.